всегда был с любой, ну, с девушкой, когда я себе выбираю девушку, мы автоматически становимся самой красивой парой с ней. Хорошего дня вам тоже, Екатерина. Хорошего дня. Наталья, здравствуй. Сохранить эфир. Хорошо, сохраню. Есть ли работа? Сколько узкое влагалище? Чтобы работать со мной, нужно тебе, во-первых, имя поменять. Потому что работников с именем узкое влагалище не может быть в моем. Может быть, общение максимальное. Сколько лет? Что умеешь делать? Найдем работу. Главное, работа должна исполняться четко. Иначе никак. Какая должна быть моя женщина? Моя женщина должна быть очень легко все. Моя женщина должна быть искренней и верной. Верной, искренней, да, брат. Какой, брат, должна быть моя женщина? Как ты считаешь? Достойные тебя только. А их нету пока что. Не родились, думаешь, брат, все-таки? Ну вот, брат мой говорит, вот так вот. Мы весь мир, конечно, еще не повидали, но, возможно, ну, в России, я думаю, что вряд ли родилась такая, конечно. Но дай бог, если такие люди существуют. В Москве на Новорижском шоссе горнодобывающая промышленность. Хорошая, очень полезный человек. А какой курс? Сколько лет? Дурдом 3 будет, да, возможно. Алена меня приворожила. Ну, возможно, что-то было такое, но, так сказать, уже этот